Это идея, Андрюх. Ну что, погнали, ребят, давайте до 10 побед с Давидом тогда. Давид сейчас очень хорошо играет, ребят, очень хорошо играет. Мы играем на случайных картах, случайных героях, но все по классике, как бы, турнирный режим. Вот, но как бы Давид сейчас очень силен. Тут как бы с ним нельзя расслабляться вообще никак. Поехали. Так, ну что, удачи. Полетели. Ух ты, Вильфорд сразу, ничего себе. Вильфорд. Так. Полетели смотреть. Вчера прикольно с Димой поиграли. Или у нас готова реально вторая к этому моменту? Не будет, да? Он перебил. Потому что мне не надо было делать кузницу. Мне надо было за счет первой сделать кузницу. Это моя ошибка, я понял. Понял. Самое главное, что теперь я не могу забрать обратно этот домик. Так, теперь нам нужно как-то выкручиваться. Ситуация тяжелая. Ну, надо хотя бы одну башню забрать, да, чтобы он меня под второй башню не перехватил. Ну, вроде не должен. Поехали. Ну, он это пытается, мне кажется, сделать, да. А, он немного пожадничал здесь, тайминг не угадал, и вот такая история получилась, да? Теперь я немного пожадничал, и тайминг тоже не угадал. Или угадал? Нет, я не угадал тайминг, ладно. Так, подожди, вот этих ребят сюда не надо, подожди. Мне кажется, там за счет третьей я мог забрать, надо было третью дать. Так. Давай, наверное, действительно вот эту дадим штуку. У него перевес по морали есть хороший. Тут аккуратненько надо. Сейчас подкачаем домики. Немножечко морали получим. Так, пошла атака. Надо смотреть, куда чего. Судя по всему, от Леталова. Хорош, ладно. Первая есть. Давай. Ух ты, чья? Привет, Макс. Ну нет, что, серьезно, зашел. Ой, как плохо получилось, слушай. Я думал, все-таки не зайдет, а он зашел. Но от Леталова, да, получается от Леталова. Придется, ребята, это... звонить в камбэчную. Поехали. Тан-тан-тан-тарам. Doom.
Ну это все. Хорош, хорош, хорош. Ну не, не, дядя Макс, ну не, ну ты же видишь, ты же видишь. Анх, так, ну за Анха мы сегодня потренили так-то хоть. Размялись хоть за него. Посмотрим, что получится. Карта такая. Интригу, чтобы... Да, так я и так вон интригу сразу, с самого начала именно этим и занялся. Я бы его точно не перебил, да, сейчас? Если бы вниз побежал. Я что-то... Я просто не помню, как в турнирном режиме здесь, я поэтому не рискнул. Так, вот теперь вопрос, конечно, хороший. Что дальше? Дадим, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, замедло. Вот это сейчас было плохо, дядя Фокус. Это было не просто плохо, это было ужасно. Так, это минус моралька, да? Блин, слушай, это прям... Было ужасно. Вот это я в это замедло-то влетел, да? Ну все, ладно. Хорошо, хорошо, поехали. Что-то я про это замедло-то вообще забыл. Блин, прикинь, какую заливу оно мне дало, да? Жестко. Так, Моро, да? Наверное, отдавать надо, что делать. Дичь такая, да, на Моро тут получилось. Хорош. Типа вот, ну заберется этот дом или нет? Ну вот типа отправил, он типа забрался, понимаешь? Ну, я вообще не знал, заберется он, не заберется. Конечно, надо это как бы отточить. Вот даже вот когда здесь у Трини первая зарядится, а кто же ее знает? Когда она там, блин, зарядится... Скоро, да? Не повелся. Ну ты чё, серьезно что ли, братан? Да подожди! Сраная мораль! А-а-а! Слушай, это прикольный матч получился. Ну и мы, походу, отлетаем здесь.
Отлетаем. Угу. Блин, мораль, мораль, да, мораль. То есть, ну, блин, надо было что-то... Что-то надо было другое делать. Хорош, хорош. Так. Ух ты, нифига, у меня этот же есть облик. Ну и карта. Там много юнитов. Большой дом пробил, да? Ё-моё, тут облики, я их вообще не знаю. Не облики, а эти эмоции. И это плохо. А ты-то чё не тренил? Чё, ты не играешь там с ребятами? Плохо очень отправил, к сожалению, ладно. Будем отыгрывать как есть, да? Хорошо, хоть там забрал. Ё-моё. Ужасный момент произошел в данную секунду. Чем-то нельзя. Блин, плохо очень получился. Вот сейчас этот матч плохо сыграл. Получилось плохо. Ладно, это отлетели. Здесь как-то все пошло неправильно. Блин, типа первая. Блин, ну первая как-то вообще в минус, что ли, отработала, да? Ну как-то так вот. Я же забираю так, я, кстати, не знаю. Смотри, вот, видишь, я же говорю, я не треню. Верх не забрал, видишь? Что происходит? Так, ладно, давай смотреть, что-то думать здесь надо вообще так-то. Как тут, как эта карта отыгрывается-то вообще, хороший вопрос. Мне кажется... А, да, она же дисбалансная, блин. Видишь, у меня путь дальше. Я по-любому... Как бы я по-любому не забираю. Блин, это я могу забирать только если иду первый. А первый я могу идти только если у меня юнитов больше. А у меня меньше было, потому что я прокачал домик. Ладно. Да-да-да, здесь как бы... Ну, блин, здесь такая карта своеобразная на самом деле. Ладно, видишь, уже залива поморали. Это плохо очень на самом деле. Блять, надо было двоих цепануть, и тех, и этих, на самом деле, ладно. Ну давай, вы это заберем все-таки вот здесь. Тогда нормально будет. Кузница 22. Нет, видишь, надо было цепануть двоих, и тех, и этих. Тогда бы... Ладно, это проиграли. Надо было так поставить, чтобы, короче, и тех зацепить, и этих. Но об этом я что-то не подумал. Так... Давай так. Угу.
Ой, я вывел, да, случайно? Ё-моё, зачем вывел-то? Так, нужна кузница. Поздно, да? Бам. Но я там знал, что скоро ульта будет, но тут уже надо было что-то пробовать сделать. Ладно, хорош. Полетели. Так, опять эта карта, да? Ну давай попробуем получше в этот раз отыграть. Блять, ну вот это-то почему не забралось-то сейчас? Ну. Давай их, наверное, туда всех. У меня один дом не качанный, вот в этом проблема. Но второй нету, надо пробивать. Ух, да, Давид хорош, хорош, конечно, хорош. Так. Опять Вильфорд. Ой, карта, конечно, интересная выпала. Так, пойдет змейка вниз, да? Опять только не вторую туда, братан. Только не вторую. Так отлететь будет прям обидно. Блин, да почему вы все время у меня выходите? Вы как это делаете? Ой, блин, а. Там, блин, я не знаю, мне кажется, он даже попробовал туда вторую засунуть, но, видимо, не хватило времени. Ну, она могла бы все равно бы там не зафиксироваться, да? Вы понимаете, можно перебить ее, но, блин, конечно, это было бы обидно, если бы это зашло. Угу.
блин, сейчас как повезет, конечно. Это все тренить надо, но понимаешь, вот так вот. Ну, творчество на ваших экранах, ребят. Ходу дела учимся. Так, сейчас у него ульта будет. Вот это будет супер обидно. Так, подожди, подожди, хорошая, аккуратненько. Аккуратненько, знаем. А на второй решил бежать. Так, на второй куда? Куда-то туда, да? Куда-то туда. Что будем? Вот это? Вот это давай. Фух, блин, нифига. В прошлый раз я эту карту проиграл. Ой, третью дал, блин, я думал, он будет сейчас четвертую копить и меня поджимать до последнего, он третью, видишь, как решил. Блин, мне кажется, можно было попробовать четвертую, ну, смотря сколько ему до четвертой, конечно, не хватало. Но как будто бы я увидел третью, и уже сколько-то времени прошло после этого. Интересная карта, ё-моё, ну поехали. Интересная. Но три не такая, не быстрая же. Ну, хотя тоже, знаешь, как бы мне кажется, тут что-то и можно придумать. Куда? В кузницу или куда? Кузница вроде. Блин, это знаешь, так пчел еще никто, блин, не применял, как мы с ним сейчас. Так, ну это пчелы, куда? Или не пчелы? Блин, нифига, пчелы, знаешь, такие, типа, ну, неправильные, они медленные, но на этой карте с ними что-то можно делать, и поэтому они такие прикольные. Ух,
Понятно, понятно. Так, давай. Ой, карта такая, ребята. Ребятоньки. Кто бы знал, как ее играть бы еще. Так, Пахом-то у нас не настоящий. Пахомыч-то у нас не настоящий, ребята. Это, возможно, наверх, кстати, атака идет. Вот куда точно? Или не наверх? Нет, не наверх. Или наверх? Ну-ка попробуем. Ну-ка попробуем. Блин, а эти еще не идут-то, ядрена мать. Ты что стоишь-то, ё-моё. Хорош. Потяра. Потяра. Ху. Давай такой дебют попробуем, не знаю. Кстати, Дора, это обычно карту, ну, раньше на туриках все время под Дору и брали эту карту. Прикольно, дебютировал, мне кажется, неплохо. Давай, знаешь, что попробуем? А давай вот так, в наглую, да? Так. У нас две звезды есть, да? Нормально тогда. Просто вообще. Просто вообще. Ты видел, как она пробила? Ё-моё. Ведь, блин, слушай, как будто вот, знаешь, типа плотность змейки реально что-то делает, знаешь. Блин, не хватает юнитов. Жди, кабаны, кабаны. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Ну, блин, ну прикольный, мне кажется, матч был, ребят. Прикольный. Давид, конечно, блин, напряг жестко. Жестко напряг. Молодец. Молодец. Но я говорил, что он лучше играть намного стал. Вы помните, он занял первое место в прошлый раз в наших голодных играх. Забрал первое место. Спасибо, Давид, за игру. Ты молодец. Намного лучше. Ну, блин, не знаю, выглядит так, что ты очень много тренил, если честно. Потому что, мне кажется, играть в мультиплеере, так научиться, ну, это как бы очень сложно. Вот. Так что ты молодец. Спасибо тебе большое за игру. Спасибо огромное.